Сегодня ко мне в мастерскую пришла дизайнер Ольга Савченко. Оля? Вы архитектор или дизайнер? Дизайнер. Дизайнер. Вот я так смотрю, архитектор, а вот так вот дизайнер. А вот так вот архитектор и дизайнер. А я знаю, почему вы пришли ко мне. Потому что вы, наверное, не нашли люстру, которая бы вам подходила в интерьер. Не нашла. Под свой сказочный интерьер нужна необычная авторская люстра. Вы понимаете, что автор вы, а я лишь скрипка, которая исполняет ваше произведение. Это специальные трафаретные кисточки. Угу. Знаете, чем они отличаются? Ну, ровный край. Да, у них абсолютно плоский край. Я обмакиваю кисточку в глизали, чтобы она была влажной. Мне нужно немножко краски. И я делаю так, что у меня эта краска проходит внутрь волокон. И самое главное, чтобы эта кисточка пачкала, но не красила. И после этого я вот такими вот движениями начинаю осторожно наносить этот цвет. Другой лепесточек, и точно так же на него навожу румяна. Вы делаете все то же самое. И мы с Олей начинаем эту люстру делать авторской. Вперед! Угу. Пускай она здесь пока висит, мы с вами приступаем к следующей работе. Я вас буду учить, как делать бабочек. Для этого нам нужны весы, потому что бабочки будут мгновенные и эпоксидные. Вот это смесь номер один. Это такая своеобразная, очень быстрая эпоксидная смола. Я сюда выливаю 15 граммов. Оль, нужно положить сюда 15 граммов гипса. Это как наполнитель идет. Угу. Перемешивай это все. Смешивать, но не взбалтывать. Это компонент номер два. Его тоже 15 граммов. А теперь время пошло. Быстренько перемешиваешь. Еще быстрее, еще быстрее. И теперь по чуть-чуть вот сюда вот нужно вылить. В одну бабочку. Ой, чуть-чуть. Боюсь. Не бойся. Следующую. И пока этот первый слой сохнет, у меня здесь английские булавки. И это не женская работа. Но настоящий дизайнер, он же не женщина. Нам нужно вот так вот согнуть, вот таким вот образом, не сломав эту булавочку. И эти булавки вот сюда вот я втыкаю. Все, давайте. Оля, нежнее, как будто бы... Муж поздно пришел, и ты ему нежно так сворачиваешь голову. Хватит? Хватит. Все. Первый слой бабочек затвердел. У булавок головы свернуты. Я подготавливаюсь для того, чтобы долить окончательно этих бабочек. А цвет можно туда добавить? А в принципе можно, но мы будем красить их сверху, поэтому цвета не добавляет. И теперь... Я заливаю аккуратненько. Жалко, что мы не делаем бабочек из шоколада. Шоколадная люстра, конечно, это приятно, но непрактично. А теперь вот так булавку раз и засунули в тело бабочки. С другой стороны, вот так вот под углом. А почему нельзя было сразу залить форму? Да, дело все в том, что когда эпоксидка еще не высохла, приходится держать булавку, и она... тонет в бабочке и с другой стороны начинает вылезать. И первый слой не даст булавке выйти насквозь формы. Понятно. Все, высохло. А теперь, Оль, можно сразу вытаскивать их. Угу. Только осторожно. Какая и получается прелесть. Такая вот бабочка. Собственными руками сделала. Но не будут же они такими белыми. Бабочки нужно покрасить. Оль, давай, уже выжимай. Ты уже даже не дизайнер. Ты дизайнер-декоратор. С малярными навыками. Угу. Давай, жми, держи кисточку. Угу. А краска какая должна быть? Надо заметить, что современные водные краски намного крепче и лучше многих вонючих, то есть этих алкидных. Ну и сохнет быстрее, конечно. Сохнет быстрее, без запаха.
Ой, люстра полна бабочек, цветных цветочков, ей только не хватает... Интерьера. И света. Это то, что ты хотела? Да, это то, что я хотела. Мне кажется, она очень интересная, эксклюзивная и хорошо дополнит интерьер. С вами были Ольга Савченко, Марат Ка. Еще увидимся!